Уважаемые абитуриенты, приглашаем вас в Институт цифрового образования МГПУ на магистерскую программу «Мехатроника, робототехника и электроника в образовании», научным руководителем которой является доктор технических наук, профессор МГПУ, член-корреспондент Российской академии образования Сергей Георгиевич Григорьев. У нас вы будете изучать мехатронику, основы электроники, 3D-прототипирование и программирование робототехнических комплексов. Наши выпускники работают с современным оборудованием, готовят детские группы к участию в чемпионатах World Skills и Junior Skills, а также в других популярных соревнованиях. Вы, наверное, слышали про такие робототехнические системы и комплексы, как VEX, Robotrek, LEGO, Robo. Освоив работу с этими комплексами, вы сможете стать высококвалифицированными специалистами и будете востребованы на рынке труда. Наши магистранты имеют уникальную возможность практиковаться на площадке STEM-парка, которую мы создали с лучшими производителями оборудования. Учиться у нас интересно и увлекательно. Хорошая новость! У нас 15 бюджетных мест. Приходите к нам, вы не пожалеете.